Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц-Арены. Дождливая погода здесь, скорее бы начался матч. Работает и вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Не получилось у них мяч удержать. Это состав Вольфсбурга.
4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Не получилось у них мяч удержать. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Это состав Вольфсбурга. 4-5-1 и упор на атаку. Вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Мерседес-Бенц Арены. Дождливая погода здесь. Скорее бы начался матч. Работает. И вашему вниманию стартовый состав Штутгарта. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите.